Бизнес-трек «Перезагрузка». Под таким названием в Одинцове провели конференцию, приуроченную ко Дню предпринимателя. Встреча бизнесменов и молодежи Московской области состоялась по инициативе местного отделения организации «Опора России». Студентов подмосковных колледжей и вузов весьма заинтересовала предлагаемая проблематика, и конференция быстро перешла в формат активного диалога. Отлично получилось, очень неожиданно. Мы, честно говоря, рассчитывали на более простой вариант. У нас талантливые дети, у нас талантливые предприниматели. То есть мы сами, как предприниматели, сидим и удивляемся нашей молодежи. Нам стало только понять, что же они ждут. Тут собрались очень интересные люди, с которыми бы хотелось пообщаться лично, ответить на их вопросы и потом в будущем, возможно, сотрудничество. Ксения 17. Она живет в Одинцове и учится на втором курсе Звенигородского колледжа. Изучает гостиничный бизнес. В будущем девушка видит себя социальным предпринимателем в этой сфере. Собирается открыть эко-гостиницу в ближайшем Подмосковье. Поэтому в конференции она принимает активное участие. Мне понравилось абсолютно все, что было. Нам рассказали подробно о всем социальном предпринимательстве, порекомендовали контакты. Потом рассказали о той теме, которая мне интересна, это именно экология в социальных проектах. Социальному предпринимательству отвели отдельный блок. Пикеры рассказали студентам о его особенностях, пояснили, что заниматься им нужно, имея определенный жизненный опыт и предназначение. И в то же время отметили существенное отличие от волонтерства. Когда мы выходим на площадку, чтобы помогать благотворительности, мы видим социально уязвимого человека, незащищенного, которому нужна помощь, которому нужно помогать. А когда он приходит к социальному предпринимателю, он видит на площадке социального предпринимателя человека в коляске, но профессионала. Конференция проходила в онлайн и офлайн режимах. Особый интерес у молодых участников вызвала форсайт-сессия «Новый рынок труда». Модераторами которой выступили лидер Одинцовского сообщества женского предпринимательства Ольга Селезнева и молодой предприниматель, директор организации дополнительного образования по программированию и робототехнике Дмитрий Мартынов. Молодежь и бизнесмены активно отвечали на их вопросы и в итоге разработали идеальный образ будущего работодателя и начинающего специалиста. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».